Итак, привет всем! Сегодня у нас 30-долларовая сессия. Три билета по 10 долларов каждый. Игра достаточно новая. То есть выигрыш в... Где оно тут? В 4 миллиона долларов. Где-то еще должен быть. Мне сейчас по состоянию на сегодняшний день нужно, чтобы из этих двух билетов два выиграли по 500, чтобы я мог деньги сразу получить. И желательно, чтобы второй один выиграл 4 миллиона. Значит, если мы находим здесь два бриллиантика, мы выиграем 100 долларов, нам это не нужно. Это, скорее всего, будет означать, что нормального выигрыша у вас нет. Потому что выигрыш 4 миллиона долларов не будет состоять из выигрыша 100 долларов и 3 миллиона 999 900 долларов. Да? То есть здесь нам бриллиантики не нужны. И мы их не получаем. Великолепно. Значит, если будет ожерелье здесь, мы выигрываем указанный приз. Могут быть мультипликаторы 5, 10, 20. И 50, кстати. Звездочка, выиграй 15 призов в двойном размере. Опять-таки, при том, что, казалось бы, выиграть все 15 призов, да еще и в двойном размере, это супер. На самом деле это будет означать, скорее всего, что вы выиграли там 50, 60, 100, 200 долларов. Скорее всего, выигрыш 4, например, миллиона долларов будет состоять из выигрыша. Одно число совпало, и под ним 4 миллиона. Да? Итак, смотрим, нет ли у нас звездочки, ожерелье или мультипликаторов здесь среди наших номеров, либо если мы увидим один и тот же номер более одного раза, это будет означать, что билет выигрышный. Итак, смотрим. Наши номера 21, 2, 15, 7, 9, 26, 27, 3, 8. Есть номера 7, 8, 9. Значит, выигрышные номера будут 6, 10, 11, 12, потому что у нас есть 13, 18, 19, 22, 17 и номер 6. Повторяющихся номеров я не вижу. Никаких символов нет. Так, смотрим, номер 12. Был у нас номер 12? Как бы не так. Номер 11. Тоже не совсем, да? Номер 4. Вроде же был. Наверное, на ком-то из другого билета. Из других билетов. 29. У нас есть 26, 27, 23. У нас есть 22. И номер 14. Тоже у нас его нету, да? Значит, этот билет, по всей видимости, не выигрышный. Но все равно будет сосканирован. Будет сканирован, чтобы убедиться. Значит, здесь нам еще раз, двух бриллиантиков нам не нужно. Не надо нам 100 долларов, дайте нам что-то нормальное. 6, 18, 1, 17, 16, 21, 11, 15, 9, 14, 4, это выигрышные номера на прошлом билете. 19, 22 и 25. Билет номер 17. Номер 7. Есть у нас такой? На прошлом билете был. Номер 2. Тоже, наверное, на прошлом билете. 24. 22, 21, 18, 25. 23 у нас тоже как бы нет. 21 есть, номер 12 и номер 29. Тоже у нас такого номера нет. И этот билет последний, номер 18. Двух бриллиантиков нет. Что? Ладно. 21, 7, 15, 11, 29 и 6. 8, 17, номер 9, номер 13, номер 2, 27, 22, 14, 28, 24, номер 12, номер 3,
1, номер 23 и, наконец, номер 18. То есть из трех билетов ни одного выигрышного. Жаль, но такова лотерея.